Привет всем! Я Оксана, преподаватель английского языка, и сегодня мы поговорим о том, как правильно учить английские слова и фразы. Если вы еще не смотрели мои видео, где я давала подсказки о том, как правильно учить английский, чтобы добиться быстрых и массивных результатов, то обязательно посмотрите их, там вы найдете много полезного и интересного. Посмотреть их вы можете на сайте быстроenglish.com, кликнув на ссылку внизу под этим видео. Итак, тема сегодняшнего видео – как правильно учить английские слова и фразы. У каждого из нас есть способы, которые мы используем для запоминания английских фраз. Один из самых популярных способов – это карточки. Нарезаем бумажные или картонные карточки. На одной стороне записываем английское слово, на другой его перевод на русский. И так можно сделать столько карточек, сколько слов вы хотите выучить. Затем выкладываем эти карточки на столе, например, так, чтобы перевод на русский был вверху. Берем карточку, смотрим на русское слово, например, слово «удача», и стараемся вспомнить, как слово «удача» будет по-английски. Удача по-английски это luck, luck, luck. Говорите это слово по-английски, переворачивайте карточку и проверяете, правильно ли вы его назвали. Это же задание игру можно делать, выкладывая карточки наоборот. То есть, например, чтобы сверху было не русское слово, а английское. Например, то слово удача. Luck, luck. Взяли карточку со словом luck. И попробовали вспомнить, что значит luck на русском языке. Чтобы это задание выполнялось легче и слова запоминались еще быстрее, можно во время записывания слов на карточке несколько раз проговаривать их вслух, а потом уже приступать к самому заданию. Но будьте внимательны, не перегружайте свой мозг слишком огромным количеством слов для запоминания. Во-первых, вы просто устанете нарезать слишком большое количество карточек, а во-вторых, от слишком большого количества информации в голове все просто перемешается. 7-10 карточек для одного приема будет вполне достаточно. Еще один способ, очень простой и легкий, и не занимающий много времени, работает так. Записать где-то слово, которое вы хотите запомнить. Записать его, затем повторить вслух 3-4 раза. Затем нужно закрыть глаза и представить себе это слово, как оно пишется. Постараться представить это настолько, насколько у вас получится. Затем нужно сказать это слово вслух 3-4 раза. Если не получается вспомнить это слово, посмотрите в запись. Итак, нужно еще раз повторить это слово вслух 3-4 раза, открыть глаза, посмотреть на него еще раз. И затем употребить это слово в разговоре, общаясь с кем-нибудь на английском, в течение ближайшей недели 10 раз. То есть это слово нужно употребить в разговоре 10 раз в течение недели. Работает на 100%. Если вам негде употребить это слово в разговоре, то в течение ближайшей недели просто постарайтесь вспомнить его и произнести 10 раз в течение недели. Итак, сегодня мы поговорили о двух действенных способах, которые используются для эффективного запоминания английских слов и фраз. Буду очень рада услышать ваши способы, как вы запоминаете английские слова, что отлично работает для вас. Оставляйте ваши комментарии, делитесь вашим опытом и не забудьте подписаться на мой канал. Буду стараться его регулярно обновлять и делиться с вами интересной и полезной информацией. Спасибо за внимание!